Сазона. Ну, обзоры есть на канале, кому интересно. Там, кстати, вот видос про этот фонарь, один из видосов коротких, уже там под 20 тысяч просмотров, я не знаю почему. Люди комментарии пишут, чем он, этот фонарь, так интересен, всем хрен его знает. Ну, вот так есть. Да, еще неприятность такая небольшая, обонятельная неприятность. Вот когда лежишь вот здесь, патрубок снял, вот отсюда вот маслицем так пованивает, не очень приятно. Вот, потому что здесь патрубок-то идет из головки, да, получается, сюда. И маслица туда закидывает, походу. Так, вот с освещением. Фонарь я где-то вот так вот держу. Ну и надо вылавливать, соответственно. Вот, вот так вот эту сторону освещаешь. А если вот сюда куда-то его прицепить, то вот эту. Ну, можно его, конечно, если на магните фонарь удобно будет, примагнитил вот сюда вот куда-нибудь, да? И оно будет освещать. Ну вот, опять же, из-за этих патрубков напрямую свет падать не будет. То есть, либо с этой стороны, либо с этой. Так, ладно, с освещением рассказал. Фонарь, кстати, как многие пишут, и я согласен с этим, гадкий аккумулятор.